добрый день. Итак, второй носок. Будем закруглять, убавлять, заканчивать его другим способом. Вот если первый носок я вам показала, вот таким образом мы закруглили, таким мазком вывязали, то вот этот носок я вам покажу совершенно другой способ. Ну что ж, приступим. Этот способ у меня описан в отдельном видео. В общем, выбирайте, какой способ вам будет легче, интереснее. Ну, то есть, все на ваше желание. Итак, начинаем мы с тех спиц, где у нас по 13 петель, чтобы у нас все ровненько закончилось. Итак, сейчас начинаем. Мы будем убавлять в начале спицы, каждой спицы. Итак, здесь мы убавляем сейчас первые. Так. И дальше провязываем. То есть мы убавляем первые две петельки, провязываем вместе на каждой спице. И так до самого конца, пока у нас не закончатся все петельки. Я, конечно, потом себе носок перевяжу, потому что я ж не могу носить носки, где закрытие разными способами. Так, ну, чтобы здесь красиво закрывалось, да, можно либо вот так брать, то есть за переднюю стеночку заводим спицу и убавляем. Либо можно сделать вот эти две петельки, их перевернуть и таким образом их вместе провязать. Первый носок, когда я убавляла, я там делала видео, как убрать ниточку. И вы знаете, так оказалось, что видео у меня не записывала. Но я попытаюсь здесь вам показать, на этом носке. Просто рассказать, потому что я буду его перевязывать другим способом. Я здесь переворачиваю петельки. Так удобнее закрывать, спицы не будут мешать соседние. Так, ну и вот мы с вами с носками заканчиваем. И следующий мастер-класс я хочу сделать по вязанию шапочки. Простой, обыкновенной шапки. И опять же, будет много-много способов по закрытию, опять же, этих петель. Кстати, я хочу сказать, вот носок, да, где мы вывязываем пяточку, очень похож на... Да, не похож, а то же самое, аналогично, как вязать чепчик детский. Только чепчик здесь заканчивается, и все. А носок мы продолжаем дальше вязать. Я опять забыла включить лампу, чтобы было посветлее видео. Так.
Не забываем, что мы провязываем 2 петельки вместе в начале спиц. И вот, смотрите, как у нас, я надеюсь, уже будет видно, как у нас получается. Видите, как у нас получается здесь, здесь косичка, здесь, то есть вот по кругу. Ну, давайте еще вместе провяжем. Все вяжем лицевой гладью по кругу. Так, что у нас тут с вами получается? Уже, видите, идет уже убавочка такая у нас, такой мысик будет. Вот такая у нас косичка с вами получается. Ну, сейчас давайте, я так думаю, что вам уже понятен принцип закругления носка. Встретимся вот прям в самом конце, где останется у меня там по одной, по две петельки, я снова включусь. А теперь вяжем самостоятельно. Итак, на наших спицах осталось по 4 петельки. Сейчас мы также продолжаем убавлять, но уже попробуем на спицы, на 2 спицы перейти. Так, здесь мы еще убавляем. Попробуем так вязать дальше на 2 спицах. Здесь мы тоже убавляем в начале, не забываем. Дальше давайте уже перевернутые. Так, видите, как получается. Ровненько идет косичка. Вот. Вот так. Да, и когда провязываете 2 вместе, ниточку подтягивайте, чтобы вот у меня здесь в одном месте. Сейчас покажу. Видите, немножечко вот так вот получилось. Здесь нужно провязать поплотнее, чтобы вот не было вот этих прорех. Так, ну что, продолжаем дальше закрывать до последних петелек. Так. И подтянуть нитку дальше. Практически мы уже все на самом завершении с вами. По закрытию петелек. То есть смотрите, как мы вот, ну, на 2 спицах сейчас закрываем
То есть вот где, видите, где в середине получается, что вот на одной спице. Так и закрываем, продолжаем дальше. Просто мы перешли на две спицы, так полегче закрывать, чем за тобой тут же болтается 4 спицы идут. Так, и здесь у нас получается, сейчас мы вот будем убавлять первые 2, сразу закроем, и следующие закроем 2. У нас получится, на спице останется по 2 петельки. Первый мы закрываем, вместе провязываем. И следующие вместе провязываем. Я их также переверну, чтобы уже красиво шла дорожка моя, косичка из лицевых. Вот, все, у нас здесь осталось 2. Переворачиваем тут. Также будем закрывать. Подтянули ниточку. Две вместе. Так. Здесь, значит, мы провязываем тоже 2 вместе, которые у нас остались уже петельки. Перевернем для начала, потом их провяжем 2 вместе. Провязали, перевернули. Так. Перевернули, все, 2 вместе. И теперь вот эти 2 вместе петельки, которые у нас всего осталось 2 петли, мы их, естественно, тоже провязываем вместе. Так. Провязали. Затянули. Так, вот как бы мне сильно не затягивать, потому что я даже не знаю, каким я способом оставлю себе. Вот смотрите. Вот 2 разных способа у нас получается. Закрытие петелек. Любой вариант, какой вам нравится. Какой будет вам удобнее. Какой будет вам интереснее. Сейчас я померю на ножку одену. Вы посмотрите, как это будет на ноге смотреться. Сейчас я здесь отрежу, подлиннее взять, чтобы при закрытии у меня хватило пряжи. И вот теперь этот кончик мы будем прятать вовнутрь. Я беру крючок. Сейчас посмотрим, где каким тут образом можно. Вот здесь вот, наверное, вот здесь я буду вытягивать ниточку эту. Попробуем. Где-то там, иди сюда. Так, вот мы ее вытянули. Здесь, смотрите, можно вот на иглу нитку деть и вот сюда протянуть, либо опять же крючком можно. Вот смотрите, вот здесь, где мы закрывали, тут как бы вот такая дорожка идет.
Вот, просто мы берем и сюда вот так протягиваем. Вот таким образом мы протягиваем ниточку. Можно чуть обратно вернуться и еще подзакрепить ее. Немножко протянуть, вытянуть ее. И остатки обрезаем. То есть вот таким образом вот сюда вот так вот и так далее. И обрезать эту нитку. Я больше не буду делать, потому что мне надо будет его перевязать, этот носок. И так сейчас. Ну что, я сейчас померю носочки. Вы увидите наглядно на моих ножках. И определите, какой вам способ закругления, завершения носка. Ну вот, такие получились носочки. Буду очень рада, если мастер-класс вам поможет связать такие носки. Я надеюсь, что все было понятно. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. На все отвечу. Спасибо за просмотр. Оставайтесь со мной. Вы были на канале у Натальи Осипенко. Всем пока-пока. До новых встреч.